Здравствуйте, 47-й. У нас есть повод посетить Парижскую оперу. Цели две. Знаменитый тенор и Ричард Делахант, посол США при Ватикане. Они стоят за группировкой, занимающейся торговлей детьми из Восточной Европы. Репетиции тоски еще продолжаются, здание оперы бурлит жизнью, так что вы едва ли привлечете внимание. Посол Делахант наблюдает за репетициями из своей ложи. Он путешествует с вооруженным эскортом, однако других охранников там быть не должно. Хорошим прикрытием будет ремонтная бригада, обновляющая театр к новому сезону. Мы также оставили для вас пакет в гардеробе. В третьем акте тоски тенор стоит перед расстрельным отрядом. Эта сцена может предоставить удачный момент. Это простая миссия 47-й, однако у агентства с недавних пор возникли проблемы в Париже. Будьте очень осторожны. Вот ваша куртка, мсье. Красоты, подобной этой, вы не найдете больше нигде. Вам не нужна куртка, мсье? Нет, просто хотел взять кое-что из кармана. Я заберу ее потом.
Thank you.
On dirait un vrai. Heureusement que ce ne l'est pas. Здравствуйте, 47-й. У нас есть повод посетить Парижскую оперу. Красоты, подобной этой, вы не найдете больше нигде. Я вижу, вы под впечатлением. Ouais, les toilettes derrière la scène, elles sont bouchées, alors faut qu'on aille dans les toilettes du hall d'entrée, quoi. Ouais, c'est vrai, elles sont toujours bouchées. Il y a quelqu'un qui a bouché le trou dans le mur qu'on avait fait.
pour voir dans les loges des femmes. C'est un de ces jours. Che indugiano ancora di una commedia, lo so. Oh!
On dirait un vrai. Heureusement que ce ne l'est pas. Париж, помойка. Причем дорогая помойка. Надоела эта опера. Commedia, lo so.
Надоела эта опера. Как мне надоела эта опера. Что это? Ты еще здесь?
По-вашему, и это был 47-й? Мы знали наверняка. Мы были так уверены, что отправили по его следам специальную группу. Но даже если этот человек существует, он всего лишь наемный убийца. Что в нем такого? Что в нем такого? Он идеальный клон. Его ДНК — наглядное пособие для любой генетической фирмы. Заполучив 47-го, любая страна-изгой быстро обеспечит себя взводом таких 47-х. Целой армией. Ваше заявление об опасности клонирования. Выходит, в этом их истинная подоплека? Конечно. Но вы ведь не возражаете против клонирования в целом. Развитие медицины, шанс на излечение... Медицина нам не поможет, если мы все окажемся под пятой диктатора с армией клонов. Не для записи. Джек, вы шутите? К сожалению, серьезнее некуда. Поэтому мы должны были убрать 47-го. На свободе он был слишком опасен. Почему бы не найти его создателя? Мы искали, но когда мы подбирались близко, наших агентов уничтожали. 47-й? Взгляните сами. Сожалею, что мы вынуждены встречаться вот так. Личные контакты опасны. Обычно вы более осторожны. Что происходит? Судя по всему, в агентстве идет утечка. Вот ваше задание. Спасибо. Потом почитаю. Ваша рана зажила? Ага. Это все? Есть одно «но». Мы не смогли точно идентифицировать цель. Впрочем, там находится агент ЦРУ. Мы полагаем, он знает цель. Цена информации — его спасение. Значит, моя ставка растет. Уже учтено. Держите. Заказной яд? Пациентов выпускают из клиники только если они полностью излечились или мертвы. После введения яда жертва впадает в состояние спячки. Чтобы оживить, нанесите противоядие на губы. Что, если этот агент уже мертв? Я верю в вас, 47-й. Деньги уже переведены на ваш счет. С возвращением. Рада слышать, что вы полностью залечили раны. Ваше следующее задание в Северной Калифорнии. Трое мафиози поступили в клинику для лечения от алкоголизма. Один из них намерен дать показания сразу после выписки. Наш клиент желает избежать этого, однако мы не знаем, кто именно из троих является целью. Агент, отправленный в клинику, чтобы выяснить этот вопрос, не выходит на связь уже несколько дней. Клиника выпускает на волю только трезвых или мертвых пациентов. Агента, скорее всего, держат в состоянии опьянения по неизвестным причинам, так что вам придется убить его, а потом вызволить. Он нам нужен живым. Мы снабдим вас экспериментальным составом, который сделает его похожим на труп, а также противоядием, чтобы оживить его. С этой клиникой что-то не так, 47-й. Будьте начеку. Видал тут на днях альбиноса? Я думал, он из клиентов, а оказалось врач. Хотел поговорить с чуваком из одиночки. Не был он похож на врача. Вот и я о том. Правда, все его бумаги были в порядке, а по виду я сразу понял. Парень не любит расспросы. Точно не любит.
С возвращением. Рада слышать, что вы полностью залечили раны. Ваше следующее задание в Северной Калифорнии. Трое мафиози поступили в клинику для лечения от алкоголизма. Один из них намерен дать показания сразу после выписки. Наш клиент желает избежать этого, однако мы не знаем, кто именно из троих является целью. Агент, отправленный в клинику, чтобы выяснить этот вопрос, не выходит на связь уже несколько дней. Клиника выпускает на волю только трезвых или мертвых пациентов. Агента, скорее всего, держат в состоянии опьянения по неизвестным причинам, так что вам придется убить его, а потом вызволить. Он нам нужен живым. Мы снабдим вас экспериментальным составом, который сделает его похожим на труп, а также противоядием, чтобы оживить его. С этой клиникой что-то не так, 47-й. Будьте начеку. Сейчас бы напиться. Он убьет нас всех! Спасайтесь!
Фу!